Мы находимся на неделе российского ритейла, продолжаем разговаривать с гостями мероприятия. Яна, расскажите, про что ваша компания? Я представляю компанию «Сеть Эссен», Татарстан. Приехала спикером на сессию «Собственное производство в ритейле централизации». Расскажите про тему вашего выступления и что вы хотели донести своим выступлением до аудитории. Хотели донести эффективность централизации производства на фабрике кухни в продуктовом ритейле. Расскажите про ключевые тренды в отрасли на ближайший год или, может быть, 5 лет. Максимально следить за качеством, оптимизировать процессы и быть лидерами на рынке. Расскажите про деловую программу, как вам нравится, что именно нравится, какие-то спикеры. На самом деле, собственному производству до этого не так много уделялось внимания, поэтому то, что сегодня было сделано, это огромный шаг вперед, и я думаю, он будет продолжаться и в следующие года. Было очень много интересных собеседников, очень много специалистов, которые поделились своими кейсами, своими наработками. Дай бог, чтобы еще продолжалось. А поделитесь своими впечатлениями еще об аудитории. Нравится ли вам аудитория, как она слушает, слышит? Аудитория была сегодня очень отзывчивая, очень активно участвовали в дискуссии, поэтому, я думаю, это очень острая тема была, поэтому молодцы, все отработали отлично. Спасибо большое, не переключайтесь, оставайтесь с нами.